Сахал расширил операцию в Хан-Юнисе. В армии сообщили об уничтожении 40 целей, включая тайники с оружием и несколько объектов, принадлежащих Хамасу, и окружении больницы Наср, где находятся террористы. Помимо этого, на границе с Ливаном продолжаются обмены ударами. Военнослужащие атаковали объекты Хизбаллы, в том числе в Баальбеке. Тем временем был увеличен объем гуманитарной помощи. За минувшие сутки в Газу проследовало 103 грузовика, 88 контейнеров сброшены с воздуха. Тем не менее, в Организации Объединенных Наций продолжают обвинять Израиль в том, что палестинцы голодают. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху посетил позиции батальона «Эрис». Вместе с бойцами он прочел свиток «Эстер» и поблагодарил солдат за их службу, во время которой они рискуют своими жизнями. А также заявил, что Израиль войдет в Рафиих и добьется абсолютной победы. Нетаньяху сравнил нынешнюю войну с событиями 2000-летней давности, когда в Древней Персии появился злой Аман, который стремился стереть евреев с лица земли. Посол Израиля в России Симона Гальперин возложила цветы к стихийному мемориалу на месте кровавого теракта в Крокус-Сити-Холле. В день траура она зажгла свечи в красных анемонах надежды. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил бесчеловечный теракт в Подмосковье и призвал к борьбе с терроризмом. Накануне в Басманном суде Москвы, совершившем нападение на Крокус-Сити-Холл, избрали меру пресечения – заключение под стражу почти на 2 месяца. Каждому грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Им вменяют совершение теракта в составе организованной группы лиц, все четверо завербованные наемники.